конвекционной печи можно печь пироги, это происходит очень быстро. Пароконвектоматы – это все вторые блюда, можно там гарниры делать, котлеты, запеканки, омлеты, можно делать там все, и скорость, раз в 5, наверное, скорость на новом оборудовании превышает, чем раньше это делали в жарочном шкафу. В этом детском саду просто можно будет сделать салаты. Если в старых детских садах идет овощная нарезка, то в этом детском саду, ну как и в других новых, там где есть стол с охлаждаемой поверхностью и кондиционер, там можно будет делать салаты. Планомерно решаем вопросы обеспечения мест в детских садах наших детей. И на сегодняшний день обеспеченный спрос до 3 лет – это 1200 детей не имеют возможности пойти в детский сад. Поэтому мы считаем, что нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться вперед. И мы уже начали в этом году строить один детский сад, скоро начнем второй детский сад строить. И в следующем году, в 2021 году, мы планируем сдать еще 2 детских сада. Все это возможно благодаря решению градсовета при губернаторе, при поддержке законодательного собрания. Совсем недавно, еще год назад, здесь было фактически балда. Сегодня мы видим прекрасную территорию, вокруг которой будут формироваться, в том числе и жилые кварталы, значит, и рассматривается вопрос возможности строительства школы, значит, здесь. Поэтому, на мой взгляд, очень такое важное, знаковое событие для города Вологды.